Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 не работает звук, к примеру, не работает слуховой динамик, полифонический динамик, виброзвонок, либо микрофон, то проблема может быть самой детали, ее нужно заменить. Но также проблема может быть в верхнем шлифе, так как через него передается информация, в нижнем шлифе, если у вас не работает, к примеру, полифонический динамик, виброзвонок, либо микрофон. А также проблема может быть в контроллере звука, либо в его обвязке. Если у вас есть вопросы, пишите нам, либо звоните. Всем пока.